Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл Пудепуль. Хабиб, завали ебало, заебал. Да, все, успокоил. Так, сейчас, в меню посмотрю. Не дай бог, Кирилл, наебешь. Так, погнали, можешь ливать, в принципе. Погнали к бизнесу. Давай быстрее, Хабиб, пока ФСБшники обратно не приехали. Да не ссы. Перед началом видеоролика прошу подписаться на канал Хабибов. И потом отписаться и забыть про этот канал. Все, прям сейчас. Никого нет? Быстрее, прям сразу. Бизнес продать государству. Сейчас, надо блин. Так, стоп. Стой, не надо. Не продаю. Сейчас. Он зайдет? Он знает что-то. Я не буду сливать. Ну, пока он нет. У него дигл есть, он сейчас захуярит меня. Слышишь? Сарадар, напиши Фому, чтобы этот следили. Ну, здесь у вас хорошее. Так, он зашел. Что, продавать? Сейчас поближе надо подойти. Блять, а ебаный ты в рот. Пусть уедет, блять, это мало ли. Быстрее, Сарадор. А, стой, не надо. Давай. Нажимай. Покупай быстрее. Купил? Да, он купил. Все, красавчик. Все, я продал. Итак, как вы видели, я продал бизнес, то есть семейный бизнес продал за 25 миллионов, в принципе. Для чего это было сделано? Это не из-за того, что типа финка плохая, финка была довольно-таки хорошая и даже очень стабильная. Я вам скриншот ставлю, в принципе. Продал его для того, чтобы купить новые машины Фому, в принципе. Потому что осталось совсем немножко, чтобы сделать идеальный автопарк для семьи, поэтому... Я принял такое трудное решение продать его. На самом деле было... Вот серьезно, мне было очень жалко продавать этот бизнес. Мы накопили на него вместе с Фомой. Поэтому я деньги потрачу точно половину на Фому. Надо еще будет бизнес какой-то купить, семейный, другой. Но я не знаю какой, в принципе, но нужно будет купить обязательно бизнес. Сейчас у нас в общаке лежит 27 миллионов, по-моему. Да, 27 миллионов лежит у нас в общаке. Это нам получается 2 миллиона, это у нас лежало, по-моему. Но я на самом деле чуть, так сказать, дешевле продал его, потому что ВОЗ стоило слить в бизнес 2 миллиона 250 тысяч. Почему я слил через ВОЗ его продал, а не через команду? Потому что команды нету никакой, чтобы продать бизнес игроку. Поэтому мне Сальвадор кинул в общак деньги. А потом я уже слил бизнес, и он его купил. Ну, в принципе, вы это все сами видели. В следующей серии я буду пока покупать новую машину в семью, поэтому, блядь, ставьте лайки, чтобы серия вышла быстрее. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. She was from the